Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю новогоднюю закуску Рафаэлки. Получается очень вкусное и красивое блюдо. Одну луковицу обжариваем на сковороде, добавляем 5-6 мелко нарезанных шампиньонов. Все перемешиваем, солим, перчим по вкусу и готовим 5-7 минут. Два яйца нарезаем мелким кубиком. 4 мелких консервированных огурчика также нарезаем кубиком. Копченую курочку режем аналогично. В миску выкладываем курицу, жареные грибы с луком, мелко нарезанные огурчики и яйца. Добавляем укроп и майонез по вкусу, а также перец, и все хорошо перемешиваем. На мелкой терке трем 50 грамм сыра. Теперь из приготовленной начинки формируем небольшие шарики и посыпаем их тертым сыром. Украшаем любыми красными ягодками или зернами граната. Наши рафаэлки готовы, смотрятся очень празднично и красиво, а делаются просто и легко из простых ингредиентов. Желаю всем приятного аппетита и отличного настроения. Кому понравился рецепт, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи и замечательных выходных. Пока-пока!